сообщение. Существует высокий риск заражения коронавирусной инфекцией. Призываю вас быть осторожными и соблюдать меры защиты. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Избегайте общественных мест. Сохраняйте дистанцию не менее 1 метра от других людей. Мойте руки с мылом как можно чаще. Если у вас жар, кашель или затрудненное дыхание, позвоните срочно семейному врачу или в скорую помощь по номеру 112. Пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, респираторными заболеваниями и сахарным диабетом, наиболее восприимчивы к коронавирусу, оставайтесь, пожалуйста, дома. Лица, достигшие возраста 63 лет, запрещается покидать жилище и находиться в общественных местах. Запрещается нахождение граждан всех возрастов в общественных местах. В парках, скверах, лесополосах, зонах отдыха, на детских площадках. Несоблюдение положений мер, установленных комиссией по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, представляет опасность для общественного здоровья и является основанием для привлечения виновных лиц к административной или уголовной ответственности. Будьте ответственны. Оставайтесь, пожалуйста, дома. Вместе мы сможем остановить распространение инфекции.